Жертвами шторма в Индии стали несколько десятков человек. Синоптики ожидают, что грозы в северной части Индии могут продолжиться и в ближайшие дни. По меньшей мере 30 человек погибли в результате шторма, обрушившегося на индийский штат Уттар-Прадеш на севере страны. Об этом сообщает телеканал Инди ТВ. Сообщается, что грозы в северной части Индии могут продолжиться и в ближайшие дни. Так, причиной травмы гибели людей стали поваленные деревья, обрушение кровли и удары молний. По данным СМИ, 11 человек погибли и 16 пострадали в городах Амети и Райбарели. 5 человек погибли в городе Султанпур, еще по 2 человека погибли в городах Ситапур и Бахрейч, расположенных в центральной части штата. Помимо этого 10 человек, включая 5 женщин и 2 детей, погибли на востоке Уттар-Прадеш из-за удара молнии. Телеканал отмечает, что грозовые ливни обрушились на штат на фоне экстремальной жары. По меньшей мере 2 человека умерли от теплового удара. Отметим, на прошлой неделе в 2 индийских штатах в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром, погибли 33 человека. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.